Всем привет! Мы с вами в кинотеатре «Корстен». Это новый выпуск программы «Киношка» на канале ОТВ с нашим обзором киноновинок недели с 14 по 22 июля. Посмотрев наш выпуск до конца, вы будете знать точно, что посмотреть в кино. Поехали! И первая картина нашего обзора – молодежная российская мелодрама «Страна Саша». Наш главный герой – 17-летний Саша, нерешительный подросток, который не знает, куда ему поступить, у него очень сложные взаимоотношения с девушкой, и во всей своей нерешительности он винит своего отца, который бросил его в детстве. Но однажды встреча с прекрасной таинственной девушкой Женей и со своим отцом меняет его жизнь. Смотрим трейлер фильма «Страна Саша». Короче, у меня все признаки человека, росшего без отца. У меня больше друзей девчонок, чем ребят. Я считаю, что в мире есть только одна самая красивая женщина. Ну ладно, две. Да, я делаю коррекцию бровей. Да, у меня серьга в ухе. Первый раз, да? Смотря что. Меня хотели назвать Земфирой, но папа назвал Женей. Лет с 5 до 6 класса я не разговаривала ни с кем, кроме семьи. Это мне? Да. Я вообще не собирался его покупать. Просто бабушку стало жалко. Саш, ты подал в институт документы? Да. Я знаю, что ты не подал. Ты типа правда не знаешь, кем ты будешь? Я не понимаю просто, чего ты боишься. Это же не как в школе. Я не боюсь. Ты боишься. Алиса такая хорошая, симпатичная девчонка. А где вы с Сашей познакомились? На улице. Саша, почему Женя все время молчит? Не волнуйся, с ней такое бывает. Женя, у нас уже 3 вуза поступила. Слушайте, я не знала, что я поступлю, я не хотела говорить, пока не уверена. Удачи в Москве. Я тебя не отпускаю. Куда ты поедешь? Ты решил маму включить сейчас? Следующая наша картинка – леденящий кровь, триллер, снятый в лучших традициях фильма «Челюсти», «Открытое море», «Монстр глубины». Картина расскажет о девушке Нике, которая со своими подругами отправляется в Тихий океан на маленький остров, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Выйдя в открытый океан, их начинает преследовать настоящий монстр глубины. Смотрим трейлер фильма. Правда? 3 дня в океане. 3 дня? Не парься, я тебя всему научу. Охотится на нас. Она за нами! Быстрее! Нужно попасть на остров, пока ее нет. Она не отстанет. Убей ее. Открытое море. Монстр глубины. Отличная новость. На экранах российских кинотеатров появится настоящая голливудская звезда Антонио Бандерас в фильме «Месть Банши». Картина расскажет о бывшем агенте ЦРУ, который стал киллером и отошел от своих бывших дел. Однажды убивают ее отца, и она вынуждена мстить. А позывной у нее «Банши». Смотрим трейлер фильма. Серьезно? Маловато вас. Энтони Грин, где мой отец? Он запомнился мне в луже своей собственной крови. Боржош. Ты знаешь, кого я ищу? Нет. Ну, если ты мне не скажешь, скажет Банши. Говори! Талиб! Бьешь, как долбаная девчонка. Нужно поговорить.
Как ты меня нашла? Энтони Грин идет за тобой. На этот раз он от меня не сбежит. Они идут сюда? Да. Она должна знать правду. Есть план? Скоро будет. Взять его живым. Живым и здоровеньким. Они здесь. Бери пушку. Прошлое не изменить. Я найду тебя. Он был мой. Приходите поиграть! Двери открываются. Готово? Как всегда. Как дела? Так себе! Мы оба знаем, как это закончится. Уверен. Месть Банши. И в завершении нашего обзора прекраснейшая анимация для наших маленьких зрителей «Забытое чудо». Картина расскажет о трех школьниках, которые в Сергиевской лавре находят портал времени и отправляются аж в 14 век в удивительное приключение. Смотрим трейлер мультфильма. Дети, сейчас мы идем к Успенскому собору. Не отстаем от меня. И зачем нам это, Дим? Карта у него, похоже, настоящая. А вдруг найдет что? Меня ждут великие приключения! Ха, попался, братик! Где мы? Ух ты! Скажите, а какой сейчас год? 1362. Думай, думай, профессор несчастный, как нам обратно в наше время попасть? Это погоня? Монголы, какого хана? Если в Сергиевой лавре портал, через который мы попали сюда, значит, нам нужно в Сергиеву лавру, чтобы вернуться обратно. Лавру вы здесь вряд ли найдете. А вот монастырь Сергиев находится на другом конце леса. Что делать будем? Не бойтесь, он ручной. Лови! Это настоящее чудо! Чудеса Бог творит, а вера нам помогает. Какой страшный идол! Он живой! Он на меня посмотрел! Он идет за нами! Бежим скорее! Ну и, как всегда, разыграем два билета в кино на мультфильм «Забытое чудо». Скажите, какому церковному событию был снят данный мультфильм? Ваши ответы оставляйте в группе ОТВ под данным выпуском. Это была программа «Киношка» с нашим обзором киновинок недели. Не забывайте приходить в кино бесплатно по пушкинским картам. Пока!